Всем привет и доброе утро! Чувствую себя сейчас Винни-Пухом, который идет на день рождения к Пяточку. А Пяточок еще спит, а я иду. Сегодня у мужа день рождения. Балуем с Лерой его. Опять день рождения и опять в карантине. У Леры день рождения было в карантине, теперь у мужа еще и выходной день. Еще и Сегер в закрытии. И все. Это не мне, это просто они не могут разъехаться, как всегда у нас в Израиле. Так что будем опять отмечать дома. Грустно, но 2020 год, что от него хотеть? Ле-папа. Мы папе тут вывеску повесили, признание в любви прям рисовали с Лерой вместе. Да. Кому и день рождения? Мама, наверное, к Лере. Там, где папа обещает, и о, пошел, что ты все секреты рассказываешь-то. В обычные дни муж у меня на диете, но сегодня можно и расслабиться. Праздничный ужин мужа, когда морепродуктов больше, чем гарнира. Сейчас Лера будет петь папе песню. Папа сам попросил выучить эту песню. Это та песня, которую я с сестрой пела для моего папы. Она очень понравилась мужу. Он сказал, Лера должна спеть мне эту песню на день рождения. И вот сейчас Лера будет петь эту песню на день рождения для папы на украинском языке. Умничка. Молодец, какой подарочек. Спасибо. Лера уже и торт украсила наш. Правда, что-то у нас тут какой-то шоколадный фонтан куда-то потек. Но, думаю, будет вкусно нам сейчас. А Лерка в полной боевой готовности. Папа тоже. Не думайте. Сейчас мама тут сделает пожар. Тьфу-тьфу-тьфу. Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем. Цензура не пропустит твой возраст. Уж извините. Да. Главное, чтобы человек был хороший. Да. Ну что ж, папуля, дуй, Лера, папа, дуйте. Мазаль тов! И приятного нам аппетита. Тортик получился у нас очень вкусный. Так что ждите скоро рецепт.